Вот эту жабу снесли и перенесли туда вон на эту самую, на дамбу. То есть, ну, недалеко возили песок. Перевели это все, как говорится, ну, в дело. А это емкость, это не пруд, это емкость для полива полей. Вот это поле и все вот вдоль речки до конца, наверное, Жабкина, даже может еще. Я даже не знаю, куда идет трубопровод. Вот где-то вот здесь вот проложен. Такой, ну, вот такой диаметр трубы. И вот в это, по этой трубе подается вода поливная. Поливали раньше, выращивали клубнику. Ну, это база института Загорья. А, это учебное. Территория. Учебное хозяйство. Нет, оно не учебное, оно институт. То есть тоже было в институте своей, там эта территория, своя земля, называлась учхоз. То есть нас туда на картошку гоняли, короче. Мы там выращивали, они. Но картошку. Здесь клубника вот росла. У вас круче. Вот. И вокруг вот с той стороны за деревней, там яблоневый сад, вишневый сад, все уже посерено, все уже погибло. И все уже распродано. Хранилище под это было сделано. Да. Оно не пруд. Это просто емкость воды. Там внизу стоит насосная станция, которая качает воду. Ну, когда нас поливать, она ее включает и она подает туда воду. Вот там наверху уже продали кусок. Да везде все уже попродавали. Ну, 20, около 30 лет тому назад это все было построено. Ну, сейчас в связи с тем, что Загорье в Михнево перепихнули. Там у них теперь кусок земли. Вот и вся проблема. Это ничейная, да? Нет, это ихняя земля. Но в связи с тем, что здесь растет бурьян, они схитрили. Они взяли, запахали, посеяли рожь. Ага. Посеяли рожь, и третий год... Сжать не стали. Нет, в прошлом году сжали, а в этом году не хотят. Просто самосевом все это... Растет, растет, растет. Да, самосевом. Осыпается и снова прорастает. То есть, они говорят, наверное, кто, ну, там, проверяющие приезжают и говорят, а мы рожь посеяли. А она сама растет. Сразу бабки списывают. Ну, а бабки списывают. Каждый год солярка-то денег стоит. Ну да. Солярка, какие-то работы. Она же денег стоит. Уборка. Уборка, да. Там пропахать, проборонить, посеять, полив. Продать надо. Продать же тоже надо это все. А тут самостоятельно все растет. Потом семена купить опять, посеять, полить. Вот-вот. То есть ничего не делая, оборот денег вроде идет, да? Да. А еще льготы получают на сельхозпродукцию, это что? Страховка, наверное, да? Поэтому делаю суп закачивал, должен знать. Так что вот, поняли, какое-то поле? Дед, молодец. Что там? Поле чудес, в стране дураков. Вот, а это страховка, все запомнил. Так что, ребята, ну кому? Ну давайте вот. Иди собери себе яблок. Надо багажник засыпь. Надо вот сейчас. Сколько поехали. Там еще, Андрюш, качать? Поехали! Не-не-не, я домой. Ну, с яблоками.